мумифицированный человек, который должен быть похоронен в соответствии со всеми традициями. Мы сейчас даже не рассуждаем о том, какой вклад он сделал в историческое развитие нашей страны. И ответ уже для многих абсолютно очевиден, какой негативный вклад он сделал. Мы говорим о том, что в месте, которое посещается людьми, люди там любят гулять, отдыхать и смотреть на красоты и великолепие нашей столицы, не должен лежать мумифицированный труп.